нынче в армию пошел. Что же делать, коль мальчишке 19-й пошел? Все идут служить, ребята, жаль, девчонок не берут. Им парней дождаться надо, и они, конечно, ждут. Ой, лёх, лёх, мне без тебя так плохо, на сердце ладоха, я точно говорю. Ой, лёх, лёх, не потерплю подвоха, стал только охать, я так тебя люблю. Я не буду лукавить. Она мне нравится, как девушка ты. Чуть не ясно, что она женщина, тебе же ты ближе должна. Я, наверное, показываюсь эгоисткой, но я, может быть, ее пострижу. Ну, как человек, она очень теплый, очень добродушный, очень доброжелательный. Да это вообще как бы не то творчество, которое меня может как-то интересовать. Ей же красивые ноги, она умело их использует на сцене. Ну нет, она не в юбочке не сплюшь, она такая домашняя хозяйка, в тренировочном костюме. Ну, она молодежная, она как бы... Наша. Ой, Леха, Леха, не потерплю подвох. Осталось только охать, я так тебя люблю. Что не знаю делать с Лехой, долго что-то писем нет. Я живу так одиноко, он не шлет мне свой портрет. Я ему была так рада, когда в гости приходил. Мне его дождаться надо, он меня ведь так любил. Ой, Лех, Лех, мне без тебя так плохо, на сердце мотох, я точно говорю. Ой, Лех, Лех, не потерплю подвох. Вот, это было в Саратове в 88 году, летом. Вот, она тогда такая училась в консерватории, студентка такая, она с книжками пришла, там, с какими-то с нотами, там, с партитурами, такая вся серьезная, такая в очках такая, вся такая солидная студентка. Вот. Но потом мое влияние, вообще сделали свое черное дело. Я считаю, что мы очень здорово дополняли друг друга из жизни на сцене. Веселая, немножко разухабистая, но без лишней пошлости. И в то же время немножко грустная, потому что у нее есть такие песни, которые заставляют грустнуть. Ну, по-моему, она героиня в любой эпохе, она, если так использовать образ как актрисы в каких-то разных. То есть вполне могли бы быть девчата, там «Высота», вот помните фильмы 60-е годы. «Москва слезам не верит» тоже нормально, вписалась бы там. Она очень хорошая хозяйка. Она прекрасно готовит, у нее дома идеальный порядок. При этом она очень, ну как все мы, она также тяжело работает. У нее как бы утром прилетело, вечером улетело, но при этом я знаю, что ее муж всегда накормлен. Это большая редкость. Когда мы были у нее в гостях, мы делали очень довольно стандартный набор артистов гастрольных, там какие-то гамбургеры, и пиццу, и еще что-то такого быстрого приготовления.
с микроволновыми печами. Пык-мык, раз, и все съели. У нас скорее замкнутый человек в общении с другими там, звездами, скажем так, исполнителями, нежели кто-либо другой. То есть я не могу сказать, что она вот такая вот прям общительная совсем. Нет. Все-таки скрытный человек. Если она что-то может сказать, то только очень близким людям. Она не открывается всем подряд. Внезапно и уходишь так скоро, как летучий голландец из книг. Я тебя провожаю без слез и укор, вспоминая потом каждый миг. Каждый раз я ревную и сказать забываю, не нужны мне подарки твои. Я тебе помогу, я тебя понимаю, мой летучий голландец любви. Хочу я с тобою умчаться на волю, подальше от грешной земли. Мой необъяснимый, мой неуловимый летучий голландец любви. Я боюсь, ты утонешь в океане безбрежном, если рядом не будет меня. Я люблю тебя, мой сумасшедший, в этом счастье мое и беда. Хочу я с тобою умчаться на волю, подальше от грешной земли. Мой необъяснимый, мой неуловимый, летучий голландец любви. Грешной земли. Мой необъяснимый, мой неуловимый летучий голландец любви. Почему нет? Это не предполагает. Другое дело, что она суперзвезда в понимании в том, что она любима совершенно определенной, очень достойной уважения большого категории народа. Она звезда. Это музыка ее души, потому что это она исполняет, она отбирает. Я могу говорить о душе и только о своих песнях. А то, что сейчас делает она, конкретно последние два, наверное, года, это музыка ее души. Дело в том, что Алена сейчас пока лишена имиджа. Она находится на стыке сейчас. То есть она уже выходит из возраста возможного сексуального партнера смешной девчонки и еще не стала гранд-дамой, своей бабой, какой является, скажем, Пугачева и Аллегрова. Работает блестяще в своем жанре. Ну, конечно, неплохо бы записаться с абонементом World Class, немножко последить за собой. Я считаю, что это большие проблемы у всех наших дам из нашего цеха. Хуже же отказаться от мясных пирожков хотя бы на 2 недели. А? Ну, как-то надо бороться с этим. Выходишь же на сцену.
Даже я за этим борюсь. А я вообще Сергей Крылов, генетически. Очень красивая женщина. Задерживает некоторым, да, продюсерам. Алена, это у нас супер вообще. Задерживает некоторым каким-то продюсерам. Некоторым... Девушка красивая и певица хорошая. Кому-то все, а кому-то ничего. Я тебя у всех украду. Собою гордишься пока, наивный ты даже не знаешь, что все переменится наверняка. Ты скажешь, что любишь безумно, и будешь молиться на каждый мой взгляд, а я стану верной и глупой, и сделаю все, что бы думал ты так. Я тебя у всех украду, пусть это так грешно, пусть будет всем смешно, я тебя у всех украду, потому что люблю, потому что люблю. Репертуар ей поменял. В первую очередь ей надо думать сейчас о том, чтобы побольше было песен таких, как вот эти узелки, простых, душевных, естественных песен. Вот. И в то же время, даже чтобы развлекалка, которую она делает, она тоже уже начала приобретать какой-то глубинный подтекст, философию, смысл какой-то, тексты, чтобы появились приличные. Я считаю, что это гениальное произведение, «Узелки». Я, например, лично жалею, что как бы нам эта песня раньше не попала в руки. Потому что эту песню, как вам сказать получше, это такой заведомый хит,
который прозвучал бы от и до, ну, скажем, я не знаю, взяла бы его репертуар Аллы Борисовны, но я знаю, что и по слухам Аллы Борисовне эта песня нравится, а как бы Алла Борисовна в нашем бизнесе является, ну, такой основным критерием. Алена Апина спела великолепную песню «Узелки». Великолепную песню. Эта песня настолько точно передает содержание русской души. С одной стороны, великолепные стихи прежде всего. В музыкальном отношении она игрива. Фраза выстроена не секвенсорно, монотонно, а музыка сама по себе очень выразительна, очень русская музыка. Прекрасно развивается мелодия. Алена мне стала ближе, еще ближе, когда она была вот в таком виде. Вот обычные белые волосы, никак не уложены, аккуратно причесаны, какая-то рубашка, какие-то джинсы. Не знаю, совершенно понятный, искренний, простой человек. Не знаю, она в таком виде, она мне как бы роднее, доступнее и понятнее. Узелок завяжется, узелок развяжется. Да. Отличная, отличная. Супер песня. Песня, мне нравится. Клип отличный, и песня. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть то, что кажется. Такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Все у нас связалось в узелки другие, у меня проблемы, у него другие. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала. Я же не сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, любовь она и есть только то, что кажется. А любовь она и есть только то, что кажется. «Семечек, стакан» — это продолжение журнала «Крокодил», только песенное. Клип, в общем, он имеет определенную природу юмора и на уровне «Крокодила». Да, почему нет? Существует, да, такая пасторальная тема. Вот, и
Дирки. Единственное, мне не очень нравится, вообще не очень люблю намек такой педаль, но я считаю, что это не совсем Алена виновата в этом, а скорее компания тех артистов, скажем, XBB снимались там. Некоторый намек какой-то педофилический такой, вот он меня несколько смущает. А ошибка многих, многих сегодня певцов и певиц, что они как бы не могут, то есть они идут на поводу режиссеров, клипмейкеров, которые снимают ролики. Есть много удачных работ, есть также очень много неудачных. И самое обидное, что есть много неудачных работ, вроде песня хорошая, а клип никакой. Ту Алену, которую я люблю, которую я вижу на сцене, я люблю за кураж ее. Я люблю за кураж, я люблю за семечек стакан. В рамках того жанра, который очень не любят советские эстетствующие гомосексуального направления критики, когда они говорят, что песня, вот скажем, присутствующая по правую руку господина, она такая примитивна, потому что она попсовая, я считаю, по тем критериям, если судить, да, и песни Алены Апиной превосходны, они просто блестящие. Но если их судить, конечно, с точки зрения Рода Стюарта, что любит делать советская критика, то, конечно, это даже не журнал «Мурзилка». Это я уж и про Билборд вообще не говорю. Перепутал мне и жизнь перевернулась кверху дном. Рыжий гитарист в поселке появился, словно банный лист. Ко мне он прилепился, да и я сама от него теперь просто без ума. А он такой, мой новый парень, просто чума-бой. Он на гитаре целый день готов играть. Эта музыка жестокой свела меня с ума. Ой, не говори, тропинка узенькая, я вечером бегу к ней сама. В нашем городке не спрятаться, не скрыться, сразу знают все, кто мне ночами снится о любви моей. От роду пока только 10 дней. Ей-ей-ей, а он такой, мой новый парень, просто чумовой. Он на гитаре целый день готов играть на песни про любовь. А он такой,